все, мы приехали в какой-то город. Че ты остановился? Блин, что ты жрать хочешь? Не знаю. Стоп. Пойдем в магазин. Что это за портал? А, че? Че это за портал? Да блин, я помню, как мы в нашем родном городе Base 01, блин, в такие порталы заходили, ни к чему хорошему это не привело. Не пойду больше. А вдруг там какие-то... Мы точно так же говорили, в тот раз. Ну ладно, давай. Я. Где я? Не говори мне. Где портал? Куда мы попали? Иди сюда. Неужели это то, о чем я думаю? За кулисье? Да. И похоже Чёрт. Уровень 0. Похоже уровень 0. Я уровень не знаю. Но я забыл. Я еще хочу жить. Не плачь. Ладно. Ну, если что, я знаю эти уровни, но я забыл, как их проходить. И вообще я их не помню. Че, я тут снова оказался? Блин, куда он подевался? Что же делать? Вдруг он и не придет. Ай! А, завернулся. Ладно, пойдем. Чего? Блин. Это Кость. Ни одному это стрельно. Ну блин, а может пистолет подберем? О, все, подобрал. Супер. Блин. Интересно, а что тут эта стенка? Не знаю. Может, выбьем? Откройте! Ладно. Так, подожди. У меня есть молодой... Я это вижу. Что? Не надо! Не надо! Или тебе в глаз? Он умеет разговаривать? Да вообще-то да, убей его! Да! Я лучше отсюда пойду. Это, ты сам мирный? Что? Конечно, да! Что там было? Стой! Хаги! Я такое что видел! Только что-то было. Что? А мы в первый раз же сюда заходили тут. Мы не видели этой стены? Не, мы сюда не заходили. А. Ну. Ладно, я еще поговорю с пингвином. Вдруг он что-то знает. Это... Вы видели, как вы сюда попали примерно одну минуту. Вообще-то 5 минут назад мы сюда попали. А, дырявая моя голова! Ладно уж, что у вас здесь вообще происходит? Мы случайно сюда попали. Я думал, что портал ведет в какое-то такое пространственное измерение, то, что там мы найдем разные... Ой, сейчас пукну, подождите, я сейчас пукну! Ладно. Ну ладно, я вам могу помочь, но... Но, блин, моя память стерта, я ничего не помню, но только помню то, что... Только... Я помню какого-то монстра, и он напал. Какого-то монстра. Короче, я еще вообще ничего не помню. Ну ладно, возьми уж этот калаш, вдруг пригодится. Ага, спасибо. Это, а может ты еще что-нибудь скажешь? Да нет, я пока вспомню чего-нибудь. И это расскажу. Ладно, на всякий случай возьму. Ладно, пингвин, ты пока о том, это, вспоминай, что там у тебя было, а я пошел. Хорошо, давайте. Не встречайте монстры. Хорошо. А мне пофиг на все, что ты сказал.
Куда же этот портал ведет? Стоп! А я уже сюда прыгал. Слушай, я уже сюда прыгал. Я кажется понял. Посмотри, ты должен встать. Короче, тебе нужно нажать на вот эту вот кнопку. И ты должен кликнуть. Я нажал, и я, может, зайду в этот портал. Угу. Стоп. Я вижу какую-то щель. Давай! Я нажал. Чё? А, на пофиг наделал. Иду лучше пожру. А где портал? А ты что здесь? Молчит. А что с Кагиваги делать? Стоп! Где-то же должен валяться его молоток. Где-то тут вот. О! Молоток. Ты тут? Откуда ты тут появился? А, точно, ты же в портал зашел. Я сюда заходил, я тоже тут появлялся. Ладно, смотри, для чего я взял твой молоток, чтобы вот эту тетку разбить? Давай. Не рушится. О, так, на всякий лучший случай возьму я пистолет. Что было? Калаш возьми! Мы должны его убить. Да он, кажется, нас сильнее. Ну блин, у него оружия нет. Чего я сквозь стенку вижу? Зато слепят. Подожди. Сейчас попрошу у Питбрида что-то. Питбрид, у тебя щит есть? Чего? У тебя есть щит? Нет, щита нету. А. Но как я вижу, то что у синего чела какая-то золотая кнопка Ютуба. Так что ты должен принести эту кнопку Ютуба в тот зал, где я убил монстра. А. Ясно. Я сейчас приду. Я с тобой. Так, тут нужно как-то сделать. Все. Готово. Так. Блин, а ты дальше других предметов что-нибудь знаешь? К сожалению, да, я знаю. Как попасть еще в одно измерение, чтобы найти все предметы? Нужно сказать этот ритуал. Портал, появись. Меня... Приведи к предметам. А, хорошо. Слушай, я знаю, как попасть снова в портал. Вообще-то это не ты знаешь, а Пингвин тебе сказал. Ну да, он мне сказал. Че? Так, портал, ты появись. Стой, я сейчас приду. Блин, я... Тут же где-то должен быть щит. Портал, ты появись. И предметам... Стоп. Меня телепортируй! Там, по-моему, щит лежит или что? О, все. У меня есть щит, теперь я бронированный. Так. Я... У меня есть щит. Возьми щит. И еще дай мне свой калаш. Хорошо. А ты возьми. О, спасибо за автобат. Пожалуйста. Кто это? Я... Ладно, я пойду в портал. Спасибо, кстати, за щит. Я вообще-то в портал пойду. Ладно, не буду идти в портал.
ты стоишь? А, я задумалась. Ладно. Ладно, я наверняка пойду в портал. Да давай быстрее, блин, не томи, я выбраться хочу. Ой. Ладно. Че? Мы находимся... Ладно. Я здесь его не видел. Да, тут в потолке я что-то хочу. Хаги-ваги что ли пёрнул со всей силы? Так вам. Чё это? Что? Где щит? Ё-моё! Ты чё, щит что ли потерял? Ну, ничего. Ладно. Я его, а если что, нашёл всё равно. Всё равно он денег не оставил. Я нашёл вот эту вот коробку. Что ещё с ней делать? Можно отнести её к ту... Куда ты отнёс эту... Я уже отнёс, поэтому ему можешь ничего не говорить. Стоп. Так, а нафиг ты коробку подвинул на то место, где она стояла и до этого? Ну, всё. Пойдем. Не знаю куда. Сейчас, подожди. О, щит! Я еще косточку заберу. Про какую он косточку говорит? А, я понял. А, получай. Портал, ты появись. Меня к предмету телепортируйся. Ты здесь лежишь, а ну вставай быстро. А я что, один должен тут сидеть, что ли? Я не хочу. Мне скучно. А может Хаги-Ваги пранкануть? Через эту щель по нему выстрелить? Чё? Что это было только что? Блин, пока что все хорошо, мистики ноль. Все просто прекрасно. Прекраснее не бывает. Вот давай, стреляю. Сейчас стрелять надо. Сейчас. Или он сзади появился. Где он? Блин, пранк вышел из-под контроля. Ой, ты ничего не слышал? Никакой сейчас. Че? Так. Нам остается только кубик из фламинго поймать. Это найти. Портал, когда ты появись. И нету телепортись. Мне скучно. Блин, да мне не дают. Пингвин, можешь с тобой поболтать? Ну да, давай. Я не против, вообще не. Окей. Я тебя гляну сейчас это... Ладно, шучу. Так. Чего спросить? А какие тут сущности бывают вообще? В этом уровне? Я пока ничего не знаю. Ходи-ваги, стой! Страшные. Так, кубик я принес.
отнести его. Только мне его осталось. Найдем этого флабинга, то мы можем телепортироваться на обратно на землю. Пингвин так сказал. Пингвин ничего не говорил о вашего деда. Жили у бабуси маленькие гуси. Так. Так, подожди. Портал, портал, ты появись, меня курит деду телепорти. Вот уже он. Хаги-ваги, я нашел предмет. Какой-то он слепой. Все. Подходит. Ты замолчи. Ладно. Так, все. Да, я уже поставил фламинго. Ну, семейка. Это сынок, это мама, это папа. Кто-то придет, все. Кто-то придет, все. Я не пойду. Да, ладно. Съем пингвина. Пингвин, ты пойдешь с нами? Не переживай, я тебе помогу. Кажется, понял. Я тебе помогу. Блин, а что, я тут один, что ли, остался? Игрок Хани-Ваги телепортировался на уровень 1. А я что тут остался? Пингвин, как у... У вас должна быть... У вас закружилась голова. Может, его нужно до конца выходить? Чего? Где это? Походу на уровне первом. Чего? Уровень.